Комедийные миниатюры от команды Харамдаяша, зажигательные танцы и обильные угощения. И все это на берегу моря и под музыку оркестра. Так бизнесмены Кизлева поблагодарили своих сотрудников и отметили окончание летнего сезона. Нам очень хотелось сказать большое спасибо людям, которые работают у нас, потому что они наше продолжение, это наши глаза, это наши улыбки, это наши руки. И нам очень важно было, чтобы они почувствовали нашу благодарность. Нам очень хотелось бы подняться на следующую ступень и пригласить всех за нами, когда мы можем слушать хорошую музыку в исполнении таких великолепных музыкантов, когда мы можем увидеть скетчи Харамдаяша. Все эти люди стали уже одной большой семьей. Среди гостей вечера сотрудники этнокомплекса Джеваль, городских аптек, автомагазинов, гастрономов и пляжа Лазурный берег. Львиная доля сотрудников этих фирм, около 80%, крымские татары. Фирма наша очень большая, и здесь работает в основном где-то 80% это крымские татары в разные отрасли, в туриндустрии, в аптечной индустрии, в индустрии магазинов, да. И разные такие мероприятия корпоративного плана всегда очень объединяют и поднимают дух нашего крымско-татарского народа. Заведующий ресторан Кездевидейдам. Аллах шкур, келіп яшаймыз, озымызды ватанамызда, озымы топрағымызда. Я, безусловно, в восторге. Весь коллектив нашей большой дружной фирмы собрался вот на таком прекрасном месте, на берегу моря. Хочу выразить огромные слова благодарности коллективу Лазурного берега. Каждый год мы ждем в конце года, что мы все будем собираться вот так дружными семьями. Так как в крымских татарских, крымско-татарских семьях это уже заложено, что мы все дружные, мы должны все в единстве. И это радует, что мы и дальше продолжаем это держать и нести это. И Аллах берсын, чтобы нас было больше и больше в нашем родном Крыму. Все наши радости, все наши горести, печали мы всегда в нашем коллективе делимся. Мы очень рады увидеть Харамдаяша. Мы никогда, мы только по телевизору видели. Нам очень нравится. И единое, что хочу сказать, что, наверное, крымско-татарская нация – это наша сила в нашей сплоченности, вот как сейчас, как сегодня. Море шуток с крымско-татарским колоритом и хорошее настроение подарила собравшимся команда юмористического шоу «Харамдаяша». Бүгін мына біздерді дәвет еттілер, кезлерді яшаған біздің үш адамларымыз, этнокомплекс Джевальве Иляхри-Иляхри. Біз білеміз ке, бұл ерде бірчок біздің ватандашларымыз чалыша, бе мен белесем, оларны көргенен, бұл шыркетлерді чалышқан ватандашларыны көргенен, мен белесем, шақаларымыз да яқшы ола. Олар да белесем, да яқшы бұны менім сейлер. Асында чок дүлбер бір мұйыт. Деңіз ялысы, олі бір шарайты бірінші кере чалышамыз. Мен белесем, бүгінгі концерт, бүгінгі чықшылар керчектен де тарихте қалажақтыр. Организаторы намерены сделать проведение подобных вечеров постоянной традицией.